Докажите, что у правильного шестиугольника диагонали пересекаются в одной точке. Очевидно. Как называют эту точку? Центр окружности. Центр окружности, конечно. Ребята, это просто задача, контролирующая то, вообще вы в принципе читать умеете или нет. Смотрите, значит, о чем задача. Дана окружность, разбитая на 6 равных частей, да? Вот, по 60 градусов, ну, опять, замеров, надеюсь, что все понимают. Вот, задача доказать, что у нас пройдет это через центр окружности. 3 раза по 60 – это 180. И противоположная вершина шестиугольника – это, разумеется, диаметрально противоположная, что? Точка. Точки. Между прочим, на самом деле тут интереснее другое. Интереснее то, как зовут вот этот треугольник. Как называется этот треугольник? Равносторонний. Равносторонний, конечно. Конечно, это равносторонний треугольник.